Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Доброго дня, дорогі друзі! З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях директор Українського єврейського комітету Едвард Долінський. Добре. Ради вас бачити. Ви могли б трошки так більш детальніше розповісти, чим безпосередньо займається ваш комітет? Ну, наш комітет – це міжнародна общественна організація, яка займається різноразними питаннями, які зв'язані з больше с политической или общественной частью еврейской общины. Имеется в виду, что, например, мы занимаемся мониторингом и борьбой с антисемитизмом, ксенофобией и борьбой за права человека, в том числе и нееврейскими, имеется в виду, вопросами. Мы занимаемся отношениями, улучшением и строительством отношений с государством Израиль. Мы занимаемся с памятью о Холокосте в Украине, ну и во всем мире тоже. Мы занимаемся различными историческими вопросами, в том числе, которые касаются героизации нацистских коллаборантов и, значит, тех, кто участвовал в массовых убийствах, но не только, в том числе и поляков, например. Ну вот это в основном такие наши... А ви могли б сказати, наприклад, ну я спілкуюся з людиною, як мені зрозуміти, що ця людина є антисемітом? От що він має зробити такого, або сказати, або якось виглядати особливо? Ну, антисеміт детектед. Очень хороший вопрос. Значит, до сих пор не изобрели ни одного датчика и сенсора, который бы при приближении бы, например, бы реагировал, например, красным светом бы мигал, что вот вы приближаетесь к антисемиту. Нет, значит, до сих пор у нас в стране определить это чрезвычайно сложно. Потому что, например, у нас нету в законах Украины нет понятия антисемитизма. Он не определен. И несмотря на наши призывы к властям и к парламенту принять определение о том, что такое антисемитизм, это пока безуспешно. Хотя есть международные определения. Значит, антисемитизм – это такое специфическое восприятие евреев, основанное на ненависти к этой группе этнической, религиозной и национальной. Оно выражается в различных вербальных, там, разговорных выражениях, в агрессивных действиях, физическом насилии, по отношению как к определенному лицу, так и по отношению к объектам, например, недвижимости или какой-то собственности, принадлежащей евреям. То есть это очень широкое понятие. Зрозуміло. Хотелось бы тогда до такой достаточно неприятной темы перейти. Она связана с тем, что достаточно часто сейчас, в последние часы, відбуваються якісь такі вандальні вчинки, от, і нещодавно, 5 днів тому, ми побачили, що хтось намалював свастику на монументі Шалом Алейхем. Як на моє почуття, ці такі вчинки, вони якось частіше з'являються в нашому суспільстві. Як ви вважаєте, як уникнути цих проблем? Це проблема виховання в родині, це проблема виховання у школі. По поводу частоты, я бы сказал, что это происходило всегда. То есть здесь ничего нового. Мы просто иногда наблюдаем какие-то скачки там небольшие или, например, понижение количества антисемитских актов, вандализма. Но, в принципе, это существовало всегда, и до независимости Украины, и после нее, и ничего нового не происходит. Только... Единственное, что в связи с развитием социальных сетей, с интернетом, средств массовой информации, мы стали больше получать информации такого рода. И она стала больше до нас доходить. Поэтому мы видим, очень много начало оно... Тем не менее, что мы отметили? Рост значительный, просто гигантский рост вербального антисемитизма, антисемитских заявлений, антисемитской риторики.
имеется в виду от людей, которые раньше не имели возможности выражать это публично. Но сейчас в связи с тем, что у вас есть Facebook, у вас есть Instagram и тому подобное, вы можете спокойно озвучивать свои вот эти антисемитские, ксенофобские, российские, любые месседжи. И это стало заполнять вот нашу жизнь. И буквально вы, я не знаю, вы тоже, наверное, прекрасно видите это, мы фиксируем каждый день сотни, а то и тысячи антисемитских высказываний. Это начинается со слова «жид», там со слова и тому подобное, там «они захватили то», «они захватили это», «они там сейчас нам землю продадут», «они ее скупят», там «банк Израиля выделил беспроцентные кредиты, чтобы скупать украинскую землю», «вот евреи сейчас вывезут ее в Израиль». Ну и вот, начиная от таких вот простых, как бы заявление о том, что евреи вывезут землю в Израиль, казалось бы, да, ну какой тут антисемитизм, ну вывезут, да, может, а может не вывезут там, до таких прямо оскорбительных, наглых, циничных вообще оскорблений, эпитетов всяких. Причина этого, конечно же, антисемитизма до сих пор и не выяснена, и не объяснена. И каких-то, ну не знаю, сказать, что мы, я сам для себя, например, это выяснил, или еврейские какие-либо ученые, или нееврейские ученые поняли, в чем эта причина. И такого нет, конечно же. Этому явлению и этим процессам уже тысячи лет. В каждом обществе оно, например, имеет какие-то свои специфические характеристики. В Украине это было часто очень связано с насилием физическим. Ведь если вы посмотрите на историю, например, последних 4 веков в Украине, были очень значительные еврейские погромы. Начиная с Богдана Хмельницкого, казаков, гайдамаков, во время Российской империи, конец 19 века, начало 20 века, потом Холокост и тому подобное, то здесь Украина в глазах евреев во всем мире, и не только евреев, и в глазах еврейской истории занимает место трагическое. Как место, где тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч и даже миллионы во время Второй мировой войны были жестоко убиты абсолютно невиновные люди. И эту тему, в принципе, допомагає, чи навпаки, не допомагає нам розглядіти пан Вітрович. Він якось зі свого боку. Я знаю, що ви безпосередньо з ним мали можливість поспілкуватися. Ваше враження від дії цієї людини, від Центру національної пам'яті, як ви взагалі ставитесь? Я уже неоднократно, понимаете, это все-таки, это Вітрович был министром памяти Украины, потому что Институт национальной памяти, который он возглавлял, это есть центральный исполнительный орган по исторической политике в Украине. Поэтому он, его можно назвать действительно министром памяти, министром истории. Он нанес непоправимый вред самосознанию украинского народа, стране Украина и государству. Он нанес вред огромный отношениям нашей страны с ее соседями, в частности, с Польшей, с Венгрией, да и с Чехией тоже, кстати, там тоже есть проблемы по украинским националистам. Он способствовал принятию законов, порочных законов, не знаю, может это такое, тавтология, незаконных законов. Согласно, например, закону, который он тоже писал, о героизации ОНУПА, который был принят в апреле 2015 года. Например, вы не можете, вот мы с вами сейчас, мы не можем говорить в отрицательном ключе, обсуждать ОУН и УПА. Почему? Потому что это запрещено законом. Это единственная страна в мире, где какая-то тема, например, даже научного диалога не может обсуждаться. Мы не можем с вами.
Единственный там момент в том, что они забыли определить наказание. То есть вот написано, что вы запрещено ставить под сомнение, значит, подвиг Аун Упа, но, значит, наказание там не определено. Вот. Ну, це не так тоже... і погано, в принципі, тоді. Ну, это, да, слава богу, что еще не сажают за это, например, а так могли бы. Хотя сын Романа Шухевича, Юрий Шухевич, народный депутат, предлагал давать пятерку тюрьмы, 5 лет тюрьмы за какие-то высказывания против Аун Упа. А тема Холокосту, якщо ми будемо обсуждати, наприклад, в Україні, то за неї буде, ну, наприклад, якщо людина відмовляється визнавати, що відбувався Холокост, людина сяде чи ніякого покарання? У нас не предусмотрено ніякого. А в Германії, наприклад, предусмотрено, да. А в решті країн? В Україні свобода слова саме настояща, як в Америці. Ти можеш говорити все, що угодно, тобі за це нічого не буде. Наприклад, якщо в Германії ви б сказали, що там... Холокоста там не было, или это врут опять же, или там что-нибудь такое. Здесь многие об этом говорят, кстати. То вам бы, там это уголовное наказание за это в Германии. Но Германия, сразу, извините меня, она организовала Холокост. Это главный виновник, это который осознал. Чутливо, чутливо до цієї теми вони і ставляться. Очень, да, они осознали, они сделали выводы. Я от хотів би задати таке питання. Дивіться, представники радикальних рухів українських, вони достатньо часто ображаються, коли їх порівнюють з фашистами, з націоналістами. Тобто вони кажуть, будь ласка, з італійським фашизмом нас не пов'язуйте, не пов'язуйте з німецьким націоналізмом. У нас є український рух, український націоналізм. Як ви дивитесь на цю тему? Дійсно, не треба, може, пов'язувати... Ці три речі мають бути якось відокремлені між собою. Ви задумалися? Я бачу. Дело в тому, що я, розумієте, тоді виходить повне відсутствие логіки. Якщо українські націоналісти провозглашають своїми лідерами Степана Бандеру, Дмитра Донцова, ідеологію його, Міхновського, Шухевича, и там других, которые говорили, что немецкий национал-социализм – это наш брат. И итальянский фашизм – это наш брат. И приветствие украинских националистов было «Слава Украине! Вождю слава с поднятием правой руки вверх». Мы зафиксировали, как вы зараз подняли руку. Я пишу, что мы вырежем, да? Это было, нет, это было официальное приветствие украинских националистов. Оно было полностью скопировано с приветствия немецких социал-националистов, нацистов и итальянских фашистов. То есть аргументы вас не переконывают? Ну, это тогда отрицать, ну, тогда не признавать мать свою и отца. Украинский национализм, который национализм интегральный, это плоть от плоти, это дитя национал-социализма, потому что идеология и все вот эти все, значит, постановы, там, засады, это были все практически одолженные у национал-социализма, для них это был старший брат. Ну, тоді у мене сразу наступне питання. Ну, тобто у нас формувалося, скажімо так, сформувався націоналістичний рух. Він, в принципі, потребує деяких грошей для того, щоб розвивати, ну, свою мережу, скажімо так, конечно, своїх прихильників, за щось треба отримувати. Є Ігор Валерійович Коломойський. І ходять такі чутки, що безпосередньо Ігор Валерійович в свій час допомагав і розвивав, скажімо так, націоналістичні рухи України, безпосередньо правий сектор. Як ви до цього ставитесь? Тому що, в принципі, це людина, м'яко кажучи, не остання в єврейському ком'юніті. Я лично спрашивал у Ігоря Валерійовича этот вопрос, потому что он неоднократно поднимался. И многие мне задают его вопрос. Я, например, я не знаю, что отвечать. Я спрашивал, он сказал, нет, никакого отношения к этому он не имеет. Это полная ерунда. Вот. Но лучше всего... То есть он запрещает полностью свои стосунки
Я спросил по поводу, вот, так, участвовал ли он в финансировании. Нет, этого не было. Лучше этот вопрос, конечно, задавать ему, он пускай сам отвечает на такие вопросы. Но такая связь не очевидна. Я, например, так и не увидел никаких доказательств этому. Кроме каких-то разговоров постоянных. И если этому нет фактов, понимаете, вот, например, уже много лет говорят, что там Коломойский или кто-то еще, представители еврейской общины финансируют, значит, украинских националистов, которые очень часто выступают против евреев. Это та же отсылка к реминисценции, к годам нацистской Германии, когда, например, сейчас говорят многие тоже националисты, что евреи сами финансировали нацистов, и что евреи сами привели якобы к Холокосту. Если этому нет фактов и подтверждения, да, вот то, что вы говорите сейчас, что он там финансировал, то это опять же, например, антисемитский миф, что евреи, значит, финансируют это, вот, чтобы... Это хитрый план. Дуже такий хитрий. Какой-то, да, какой-то странний план, да, вот это. Тоді хотілося б запитати, як ви бачите взагалі вирішення питання антисемітизму, і не тільки стосовно безпосередньо, що стосується євреїв, також стосовно ромів, стосовно інших національностей. Да. Ваші якісь пропозиції, тому що, ну, ми зрозуміли, що, в принципі, там, по деяким показникам, ну, різноманітних організацій, вони розказують, да, про те, що, на жаль, от збільшується рівень. Недавно старіша американська організація, вже їй більше 100 років, антидефамаційна ліга, дуже вважаємо в світі, вона проводить опрос во всьому світі, в 100 странах, значить, по уровню антисемітських настроєнь. И вот в Европе, вот он состоялся на днях, этот отчет, был опубликован. Украина на втором месте в Европе, после Польши. На третьем месте Венгрия. Это питание то, что люди выказывают, что им не подобаются евреи. Да, да. Это не частота каких-то инцидентов. Ну, да, да. Это просто человека... простого гражданина Украины, мужчину или женщину, ну, спрашивают, как ты относишься к евреям? Там? Считаешь ли ты, что они имеют очень много влияния? Да, нет. Считаешь ли ты, что они там управляют миром? Да, нет. Считаешь ли ты, что они очень много, что они богатые очень, чересчур? И вот на основании этих вопросов, многие из которых этих вопросов были взяты из протоколов сионских мудрецов еще. То есть такой показатель антисемитского такого, значит, риторики. Короче говоря, Украина на втором месте. Первым об этом, ну, популярное издание, значит, напечатало статью об этом, о том, что вышел такой опрос, и комментарии там. Очень много, сотни комментариев. Сотни. И, значит, что это, о чем вот этот фейк, это все, значит, ага. Москва, Кремль, там... И что интересно, все эти комментарии под этой статьей о том, что, что он неправильный этот, вот, все антисемитские. То есть, что бы я, например, хотел? Изжить проблему антисемитизма или ксенофобии или расизма невозможно. Потому что ксенофобия глубоко заложена в человеческой природе. Мы все с подозрением относимся к не своим, к чужим. И вот когда я бы хотел, чтобы... Наша страна, которая идет к демократии, строит демократические институты, не начинала активную кампанию противодействия этому отчету, там, антидефамационной лиги. Потому что это позор полный. Когда все здесь начинают говорить там, официально, что это вранье, там, значит, у нас ничего этого нет, это только вызывает обратную реакцию и подозрение, что действительно что-то есть. А надо было просто спокойно сказать, что мы с уважением относимся к антидефамационной лиге. Мы принимаем результаты этого отчета. Мы понимаем эту проблему. Она у нас есть. Но мы будем бороться с ней. Мы будем проводить всякие исследования свои. Проводить мероприятия. Мы будем защищать ромов, которые вообще беззащитны совершенно сейчас. Которых убивают, например, там эти вот группы националистов. Вот это я ожидаю такого. Я не ожидаю, что они напишут, и в один день закончится антисемитизм. Это невозможно. Мы же живем в реальном мире.
Но принять проблему и сказать, что мы, значит, будем с уважением к этому относиться, конечно же, да. Кроме этого, например, до сих пор в мире, например, существует международная межправительственная организация, Международный альянс памяти Холокоста. Туда входят все страны Европы, Америка, Канада, даже Турция входит. Только две страны не входят туда. Это Украина и Россия. Украина – одна из крупнейших из сцен Холокоста. Здесь убили и замучили 1,5 миллиона евреев. Мужчин, женщин и детей. В Польше только больше убили. И вот наша страна до сих пор, уже 10, больше 10 лет, несмотря на регулярные приглашения присоединиться, вступить в состав, отказывается. Ну как, например, это можно объяснить? Какой логикой? Ее совершенно нету. Или тогда получается, что Украина исповедует какую-то антисемитскую повестку, или потому что логически объяснить отказ от вступления в международную организацию, где все остальные члены, это невозможно. Дякую. Дякую вам за цю розмову, дякую за ваші коментарі. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що цікавого вони нам сьогодні розкажуть. Це ТВУ! Топ-блогери України. Результати інтересних соціологічних дослідження. Одно зроблено Київським міжнародним інститутом соціології, второе – групою «Рейтинг». И вот исследование КМИСа касается межэтнических предубеждений украинцев. Сделано было в сентябре 2019 года, ну, опубликовано в октябре. То есть исследовался уровень ксенофобии украинцев по отношению к различным этническим группам. И использовалась стандартная в таких случаях шкала Багардуса, шкала социального расстояния. Ну, в отношении различных групп, ну, в данном случае этнических групп, просто шкала это не обязательно в отношении этнических групп, она может быть и социальных, и профессиональных групп, и любые возможные варианты, но в данном случае этнических групп, где каждому предлагалось дать оценку той или иной этнической группе по семибалльной шкале. Каждая цифра означает определенный уровень близости или, наоборот, дистанцирования. Значит, возможные ответы. Один – это означает, что готов принять представителя этой группы в качестве члена своей семьи. Два в качестве близкого друга, три в качестве соседа, четыре в качестве коллеги по работе, пять в качестве жителей Украины, шесть в качестве гостей Украины. И ответ семь означает крайнюю степень ксенофобии, не пускал бы эту группу в Украину. Ну, больше всего ответов семь было в отношении африканцев и цыган, или ромов, как сейчас принято говорить. Но даже эти две этнические группы набрали 5,2 африканцы и 5,4 цыгане. То есть все равно, так сказать, средняя температура по стране, эти две группы занимают между жителями Украины и гостями Украины. Их украинцы готовы воспринимать. Ну, естественно, интересны отношения к менее экзотическим и более крупным группам. И вот украинский парадокс заключается в том, что нет ни одной группы, среднее значение которой было бы меньше двух. Я напомню, один – это готовность принять в качестве членов своей семьи, два в качестве близких друзей, а три уже в качестве соседей. Так вот, в среднем по стране, в среднем среди всех опрошенных украинцев, в смысле граждан Украины, самый низкий уровень ксенофобии, то есть по шкале Багардуса,
я буду округлять до десятых, 2,2 в отношении украиноязычных украинцев. То есть среднестатистический гражданин Украины готов украиноязычного украинца принять в качестве, ну, чуть дальше, чем близкого друга. А в отношении русскоязычных украинцев показатель 2,7, это уже ближе к соседям. А белорусы 3,2, это, так сказать, чуть дальше, чем соседи. А русские 3,6, это, так сказать, уже ближе к коллегам по работе. Евреи 4,07, это вот уже, так сказать, тоже коллеги по работе, но уже чуть дальше, чем коллеги по работе. Ну и так дальше. Дальше идут крымские татары, канадцы, что радуют американцы, немцы, французы, румыны. Так сказать, к ним уже более высокий уровень ксенофобии. Ну, как вы понимаете, шкала 7-бальная, поэтому пример середина 4. То есть вот оценки до 4 это низкий уровень ксенофобии, а больше 4 высокий уровень ксенофобии. Правда, надо сказать, что год назад было сделано исследование, как мне кажется, более корректное, где в отношении этнических групп было разделение. Например, разделялись белорусы-жители Украины и белорусы-жители Белоруссии. А в отношении белорусов-жителей Украины, так сказать, дистанция была 3, а в отношении белорусов-жителей Белоруссии 3,6. В отношении евреев-жителей Украины 3,8, а в отношении евреев-жителей Израиля 4,5. То есть есть разница между своими и чужими даже в отношении этнических групп. А в отношении русских жителей Украины 3,2, в отношении русских жителей России 3,9. При этом я хочу сказать, что здесь есть некий нюанс, я для наших русскоязычных скажу зрителей. Дело в том, что в украинском языке нет разницы между россиянином и русским. Тут везде идет россияне, украинская мова, россияне. Россияне – жители Украины, россияне – жители России. Вот так оно здесь формулируется, что с точки зрения украинского языка вполне корректно. Ну, если мы вот посмотрим уже в разбивке ответов, например, вот отношение к русским, оно является, хотя степень ксенофобии невысокая, вполне приемлемая, скажем так, то интересная картина поляризации. Единицу, то есть готовность принять в члены семьи, больше трети украинцев, 34% заявили. При этом в качестве близких друзей 9%, соседей 11,2%, коллег по работе 5,5%. Но с другой стороны и высокие на другом фланге, так сказать, показатели. 7% не пускал бы в Украину, 14% и готов терпеть в качестве гостей Украины 21%. Достаточно большая группа населения Украины, то есть около четверти, почти четверть населения выставили 6,7 баллы по отношению к русским. То есть это очень высокий и крайне высокая степень ксенофобии. При том, что средняя оценка, она получилась, так сказать, вполне приемлемая 3,6. Блогери України. Едуард, дуже дякую за те, що ви прийшли до нас сьогодні в студії. Була дуже цікава і, я сподіваюся, необхідна розмова для наших телеглядачів. Дорогі друзі, ну а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ, топ-блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має
як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.